Рост цен на мясо сегодня на слуху буквально у всех. Лента социальных сетей буквально переполнена обсуждениями и постами на эту тему. Безусловно, актуальную. Мы провели, так сказать, собственное расследование и проверили, сколько сейчас стоит мясо на базарах Ташкента. Сначала отправляемся на Фархадский базар. Тут в глаза бросаются несколько прилавков с ценой 39 тысяч сумов. Это нечистая мякоть, примерно 6/7 часть нарубленных кусков занимает кость, ребро или позвоночник. Дополнительно кости не подкладываются довеском. Цена вас устраивает это? Да, конечно, потому что это дешевле, чем простое мясо, чем по 45, здесь 36. И вы довольны качеством мяса? Тут берете? Да. А цена устраивает 45? Да. Нормально, да? Ардуэмона мяжет. Есть прилавок с говядиной по 36 тысяч сумов, на вид вполне качественное мясо. Если выбрать кусок, где почти одна мякоть, предложит добавку из косточки или жира. А вот цена 40 вас устраивает? Ну, если бы было меньше, я была бы рада. Меня устраивает, да. На вид нормально, да? Вид, все нормально. Вы довольны? Да. Устраивает качество. Да, нормально устраивает. На вопрос, почему дешевле, не означает ли более низкая цена худшее качество, показывают справку от ветеринара о хорошем качестве мяса. Низкую цену продавцы объясняют тем, что это мясо коровы, а многие предпочитают мясо быка. Далее направляемся в мясной павильон. Предполагаю, что то, что мы посмотрели сейчас, прилавки для социальной поддержки, а участников мы увидим мясо уже по совсем другим ценам. В павильоне в основном мясо продается также по 39 тысяч сумов. Есть продавцы с самым качественным мясом. У них по 42-45 тысяч сумов. И самое дорогое по 46 тысяч. Здесь также, если выбрать кусок мякоти, то предложат маленькую косточку в нагрузку. Если брать одну мякоть, то цена будет за 50 тысяч сумов. Можно выбирать и торговаться. Отборная баранина тоже по 44 тысячи сумов. Сфатли, 50 000, яхше. А, 40 тоже. Взаге махл. Лахан. Сюяги бар, я озгина. Решили мы проверить цены на Куйлюкском базаре, самом дешевом в Ташкенте. Здесь тоже много прилавков с говядиной по 39 тысяч сумов. Есть и по 38 тысяч, даже 36 тысяч сумов. Есть более высокие цены, 42 тысячи сумов, отборное мясо по 45. А я тут раз вас покупала. Брали нормально, здесь, да. Нормально. Цена устраивает. У меня работа из дома, да, я всегда здесь покупаю. Цена устраивает? Ну, дороговато, но здесь зато хорошее свежее мясо, я уверена в этом. Постоянный клиент беру. Сейчас все пишут, что мясо подорожало. Вы заметили тут или нет? 45, говорят, да. 45 тысяч. Вообще редко возьмем мясо, беру. Редко берете? За этого я не замечаю. Я беру иногда, когда это нужно. Вот мне сегодня необходимо нужно хотя бы полкило взять. Я не могу. Цены потрясающие. Для нас очень дорого это все, для пенсионеров. Но 39, если хорошее мясо, можно. В настоящее время в мясном павильоне Куйлюкского рынка 70 прилавков. Некоторые с холодильниками. 20 прилавков с холодильниками переданы для реализации мяса, которое поставляется фермерами из Букинского района. Для обеспечения мясом ташкентцев из Букинского района ежедневно поступает 5 или 5,5 тонн мяса. Всего из Ташкентской области на Дихканский рынок ежедневно поступает до 9 тонн мяса. Вы видели, что организована продажа мяса по 36 тысяч сумов. Есть прилавки с говядиной по 38 и по 39 тысяч сумов. Мы организовали это для населения. По данным ветеринарной службы, проверяющей мясо, ежедневно на 20 рынках Ташкента поставляются 30 тонн говядины, 10 тонн баранины и от 1 до 1,5 тонны рыбы. У нас есть лаборатория, мы все проверяем. У нас с убойного пункта справки приводит форма 2, форма 4 у нас. И, ну, мы проверяем на свежесть, визуально, органолептически. Подытоживая, мясо по 70 и более 100 тысяч сумов вы на базарах не увидите. Даже деликатесная вырезка не дороже 60 тысяч сумов. Очень хорошая говядина по 42-45 тысяч сумов. Можно купить приличный кусок и по 39 тысяч сумов. Опять же, выбор за вами.